Вау, привет, мой любимый зритель! Кто зашел на канал? Бля, на канал, да. И да, со смехом. И я, Серега Склеп. Сейчас я богословлю. Ом твами сакшат, шеди шакти матаджи, шеди... На, манагам. Сегодня я буду кушать макароны в остром соусе. Пирожки. Так, 4 пирожка с капустой и один пирожок со смородиным вареньем. Нормально, сейчас чаечка. Так, надеюсь, что это не трешовский будет ролик. По-трешовски не будет. Если будет по-трешовски, то будет уже. Кстати, короче, не забывайте подписываться. Будет 1000 подписчиков, и я пойду банку шакурицу. Да, уже стали ждать. Ну, себе хуже делайте, отписывайтесь. За ночь 2 человека отписалось. Что мама не сделала там поки. Кого из мамы, что мама делает там поки? Пишите. Ампоки. Нет. У нас в семье уже традиция пришла острое делать. Кстати, китайцы, когда сидят острое, у них нет, не бывает депрессии. Надо у корейцев спросить на работе. Это может быть Сашка себе врет нам. Он может набрать. Вот так вот. Ну то он Сашка что брать. Постоянно меня обзывает. Вот такая вот, короче, фигня. Ну, в принципе, макароны в остром соусе. Я посмотрю, снег будет. А я не купил ботинки, чтобы ходить. Палочка упала, кто-то придет, а кто, интересно, придет.
Знаете, короче, я двое суток отсидел и похудел. Ну, там кормили. Ну, я похудел. Да. Теперь я больше не буду пить крепкое пиво. Охота. Нет, джин буду пить. Джин прелестный вообще. Что отсюда? Кто обожает джин пить? Пишите комменты. Кому нравится джин пить? Меня мамка обзывает алкашом. Но я не могу быть алкашом, потому что Серега склеп. Если я был бы Серега бутылочником, то другое дело. А. А Карачок постоянно пьет пиво. Ага. Я бросил охоту пить. Потому что мне 15 или год бы дали бы. Блин, бедный Хованский. Уже 5 месяцев сюда. Кто смотрит Хованского? Пишите комменты. Как вы к нему относитесь? А кто из вас это смотрит мой канал еще Позитив Вселенной? Как он там? Нравится вам, не нравится? Ну да. Пока у меня это запоздалый карман. Ой, канал. Это Гурманбека. Карманбека. Ой, думаю, я там. Да, мне карман, мне надо это джин. Эбэш джин. Ну, как его люблю. За жизнь всего два раза попил. Но мне понравилось. Раз этот клубничный пил. Ну. Чарлик пишет, потому что там это дочь гуляет. Они. Она хочет ей ребятенка сделать. Не, на меня больше никаких собак. Нас хватает. Блин, что-то я объелся. Что-то уже с топоки пирожки уже не хочу. Пирожки потом будем. Да. Так, поки, ой, это. Макароны. Макароны хорошо. Ну а потом что-нибудь сделать еще. Самому. Так поки сделать. Вообще так поки. Нормально. Мама мне научит делать так поки.
Я буду делать там поки. Сашке не дам тапоки. А постоянно меряю. Днем орёт, ночью орёт. И потому что я сейчас, короче, сказал. Сейчас мировой скандал будет, бля. Музыку, сука. Ты чё, сука, музыку сделай тише, бля. Короче. Надо это. Дом искать, квартиру искать. Надо искать что-то. Короче, надо сюда ликвидироваться. Потому что то спасения нету. Вот и все. Покушал я. Удачи, счастья вам. Подписывайтесь, жмите классы, лайки. Ставьте. С вами, как всегда, был Серега Склеп. И это канал Еда со смехом. Пока! Вот так вот. Я люблю вас всех. Пока.